Глава Гастагаевского сельского округа Николай Баюр вручил награды участникам войны, труженикам тыла и узникам фашистских концлагерей. Для каждого из них это событие – еще один повод поделиться воспоминаниями. Когда началась война, Николаю Перекати только исполнилось 18. Служил в Югославии, был пулеметчиком. Сильно ранен, все близкие считали, что он погиб, но парень родился в рубашке. Его везли в яму, как погибшего. Он очнулся и был перевезен в госпиталь. Когда меня, значит, везли, санки каким-то образом переклонились, а я упал с танков. А женщина, я мужик, она грузила, не могла погрузить меня, плачет меня. А я встаю, говорю, я сейчас помогу тебе. Да, это истина и правда. Понимаете, я сам сел на санки, она смотрела и говорит, вы живы? После того, как немного подлечился, Николай Иванович отправился воевать в Японию. Он попал в 155-ю дивизию и дальше в Венгрия, Австрия, Румыния. Победу вот где вы встретили? Победу там же, в Австрии. Какая победа была! Победа была громкая и яркая. Признается, иногда тяжело вспоминать. Но одно слово «победа» разгоняет мрачные мысли и дает надежду.